Я рад приветствовать приверженцев Зола на канале Дамако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Dungeons, вторую часть. Осталось, я так понимаю, нам не так уж и много. До раскрытия тайны, возможно, что здесь делают демоны и куда нам идти дальше. К чему нам стремиться. Давайте начнем, да, продолжим, точнее всего, уже начатое. Вот как вы помните, у меня вот эта вот армия, и она движется вперед. Более того, камникиды смогли освободиться от чар и без сомнения присоединились к орде. Камникиды! Моему господину это не понравится. Кто это сказал? Истинное зло разорвет тебя на части, и мстя наша будет страшна. Кто сказал это? Полем боя разнесся голос, несомненно обратившегося к ослу волшебника. Он считал себя слугой зла. Но он служил неправильному злу. Вообще неправильно. В скорости все ему разъяснит. Демонические кристаллы не открыли путь в некоторые части верхнего мира. Любознательное зло увидело, что лагерь героев в верхнем мире оказался в удобной близости к кристаллу. Этим можно воспользоваться. Пора зачистить этот лагерь. И так понятно, что демоны-отступники и Альянс не лучшие друзья. Возле лагеря открылся еще один портал, и оттуда хлынули демоны. Вскоре между двумя сторонами разразилась жестокая битва. О, так получается, это была славная возможность посмеяться последним. Осмелюсь предложить, почему бы не воспользоваться этой возможностью и не уничтожить ослабленный Альянс? Я вообще только за. Так, ну нам тогда что надо делать? Вау, они идут к моему порталу, что ли? Да. Сюда! Так, я предлагаю... Опа, вот мы сейчас слеснемся, кровавые сечи. Где эти говнюки портал построили? Они откуда-то отсюда шли. И что, мы не можем их на них напасть? А, смотрите. А, они такие, смотрите, они не выходят. Ну давайте, камон, let's go. Мадерфакер. Вот это, походу, нас раздамажит. Они вообще не могут отсюда выйти. Это специально такая задумка, да, что мы не можем. И мы не можем, и они не могут. И они отсюда будут нападение все время производить. Ладно, короче, гоним тогда быстренько к себе. Выйдем через низ и продамажим тут все в хлам просто. В хлам, тарарам, тарам, пам, папам. Камникиды. Ускоряйтесь, братюни и сестрюни. Надо подлечить моих там братьев, сестер. Сестер, то есть. Сестер, братьев. Так, мне знаете, что надо? Мне надо здесь тоже поставить площадку. Кузница хаоса, я могу ее строить? Где тролли постоянно работают над улучшением вооружения. Ага! Смотрите, как прикольно. Давайте вот здесь тоже ее построим. Хопа, хопа. Денег, конечно, у меня мало. У меня их вообще нет. Денег у меня вообще нет. 400-500 денег, это не деньги. Армия выходит мне очень дорого, походу. Я хотел тут поставить как он называется? Короче, место, чтобы он сообщали о тревоге. Что к нам кто-то приперся. Чтобы я постоянно не шарахался. Так, давайте-ка я вот сюда вот выйду, да? И вот сюда вот один, и вот сюда вот всех. Всех.
Они там дерутся неплохо. Может быть, потом мне дадут демонами играть. Мне кажется, у них прикольные всякие есть суккубши там и все такое. Что, все пришли? Нет, не все. Еще эти камнепады это идут, как они называются? Камнекиды. Они очень медленные. Они очень медленно идут. Они здоровые. Вы готовы? Дети мои. Да познает. Мне кажется, такую вот армию увидишь, сразу обкакаешься. Я не знаю, мне было бы страшно. Представляете, какие гиганты, они просто в два раза больше, чем вы. И их идет целая толпа, короче. И ты такой думаешь, ё-моё, что делать-то? Уничтожай! Топчи, режь, выкалывай глаза. Палатку эту нафиг наверните мне. Не нравится. Лагерь Альянса продержался не дольше стада овец на семейном празднике орков. Кроме того, очень близко к демоническому кристаллу оказалось плоскогорье. Может, тут пригодится тролль Камникит? На плато слуги разгневанного зла увидели неестественно мерцающий демонический кристалл. Кристалл был расположен на поверхности, и его нельзя было достать, не попав под действие его чар. К счастью, следующий план узло недавно завербовало троллей Камникитов. Эти ребята могли атаковать кристалл из безопасного места. Атаковать! О, вот это вот, ты атакуете вот этих тварей? Камникиты! Так, подожди, Камникит. Подойди-ка поближе. Ты. Подойди-ка поближе, а тут что там? Стоите как эти, как неродные. В этого попадешь. Блин, у него фиг знает сколько хп, да? Портал, ну он один все лишь кидает в него. Ха-ха-ха, он вырубил его. Да я хотел вот этого, чтобы ты его портал разнесли. Портал разносите. А может быть, я отсюда не могу портал разнести? Может, мне типа надо сюда подойти? Но мне же дали понять, что я могу отсюда. В вашем подземелье враги. Ну, мы переживем. Хотя не уверен. Блин, выбери ты! Пора уничтожить демонический кристалл, послав тролля Камникида. Это такое отстойное заклинание, это вообще заклинание, реально? Да мы сейчас просто продуем, пипец! Короче, ладно, надо возвращать армию. Там всех мы их перебили просто. Не остались наги, это единственные кто и все. Я-то думал, что мы там нормально сдержим. Нихера мы там не сдержим. Они, смотрите, мою... Мою сдержали. Так, ладно, тролль Камникит, я понимаю, все прекрасно. Блин, а почему я тогда там не достаю? Вопрос. Может быть, я что-то неправильно делаю? Ну, то есть, надо просто выбрать вот этих чуваков, да, троих. П-
подойти, наверное, к этому уклончику и попробовать покидать. А что за закапывание? Закапывается... Скалометатель обладает гораздо большей дальностью броска. А, это как танки, короче. Это как танки в Старкрафте, да? А ну-ка нахер, уничтожить тут все. Вот нифига булыгами какими кидают. Баба! Огромными булыжниками разнесли демонический кристалл в дребезги и уничтожили его ауру. Орда снова в строю. Так, а ну-ка давайте мы... Ты за это заплатишь. Да закрой свой рот. Единое истинное зло не остановить. Офигеть, просто смотрите, выщелкиваем. Шмяк. Шмяк. Давай, давай. Нормально, мы справляемся. Так, все, ребятки, топаем. Тупаем большой-большой армией. Опять я сюда вот уходим. Выходим с той стороны и идем наверх, получается. Там проходим, да? У нас там же проход. Как здесь все замудренно вообще. Сюда зайди, там выйди. Так, три камняки. А где роботы? Не, роботы есть. А где? А, ну да. Все здесь. 1300 денег. Да, денег совсем немного. Ну ладно. Я просто нанять никого не могу. Да мне уже, наверное, никого и не надо. Вот этой армии, наверное, я вполне смогу пробить. Пора платить зарплату. Пробить все, что мне надо. Ну я так понимаю, что я должен мочь это сделать. Иначе мы просто огребем. Постройте кузницу. А мне говорят еще дополнительно добраться до тайника мага. Это как дополнительная миссия, но мне это не сильно интересно. Нафига как они ломятся. Вот эти хорошо бегают, быстро. Ну, одним и так не пойдем, надо ждать. Тут надо портал разнести, убить вот этих типов. Тут колдуны эти. Ну-ка, давай посмотрим. Вот, кстати, суккубши. Гермиона, Грейнджер, наверное, суккуб. Гаргулия, Игнис Ордон. Орда Ордор, обнаружил еще один лагерь Альянса. Взять их! Я хочу сказать, существа абсолютного зла могли сказать такое в такой ситуации. Ее уничтожить в первую очередь. О, нет, отводи. Фу-ху-ху. Лагерь Альянса был сожжен. Хильте моего. Внутренний голос, а также экран заданий сообщили абсолютному злу, что здесь больше не было лагерей. Понял. Давайте сейчас не выхилят моего робота, а то пипец, он что-то ему досталось. Он просто, они быстрее всех бегают, они сразу влетают в драку. Самыми первыми. И им очень больно. Но нам осталось только единственное вот этих разнести. Наверное, мы закончим, да? Выходит, что так. Это будет весело. Нифига, зарплату забрали, у меня было 1000 с лишним. Зарплату забрали, и у меня все, 150. Ну тут, кстати, можно было поломать немножечко, да? Денег бы подзаработали. Которых у меня практически сейчас нет. Вот еще, кстати, тут деньги. О, книжка. Броня плюс один. Так, у меня кто остается? Давайте вот этого тоже робота. У них что-то совсем плохо. И с броней, и совсем. Погнали. Вот вы, наверное, да, ребята, сейчас не ожидали, да, что мы сейчас нарисуемся тут ниоткуда. В
Вперед! Двоих просто в сопли сразу же. Сукупшу, сукупшу мочи. Теперь паука. Ну и горгулей добьем. Кто там у нас? Горгуля тут не добить остался. Еще несколько демонов глупо кинулись в атаку на Орду. За их спинами оказался вход в подземье. Так вот где убежище Гэндалдора. Гэндалдор! Мы идем! Добро пожаловать! Зло пожаловать! Идущий на смерть! Приветствуем тебя, ибо ты умрешь здесь во имя ужаса, во имя единого истинного зла. Да закрой ты свой рот. Он домывался какой-то херни. Не пытайся меня ввязать в это во все. Вау. Вау. Фига себе, вы посмотрите, это по-любому опасно. Сюда идти нельзя. Это получается новый класс совсем, да? Вот это вот демоны. Интересный класс. Что интересно за портал такой? Надеюсь, он не взрывается. Ого, вот он какая-то психоделическая комната, вы видели это? Давай, давай, подходи. Пока-то сейчас с тобой рядом твоих братьев, ты сестер, нет, так мы тебя быстро разделаем. Сука, шо, уничтожить. Как мы вас всех уделали, а? Вот это я понимаю. Бросаки вот эти прикольные вообще, мне понравились. Получается, их можно на заднем плане держать. Если, например, так вот сделать, да, выделить их через Ctrl. Сделать, например, вот так. Ну, то есть на разные клавиши их назначать. А у нас один умер все-таки, один умер. То их можно смело ставить, например, назад. Не-не-не-не-не, тю-тю-тю. Окапываться здесь, да? И просто уничтожать. Бабах! Какая клевая штука. Бабах! Просто. Бабах! Мочи! Иммунитет, смотрите, у нее. Эту тварь надо по-любому портала ломать. А нет, смотрите, она... Да, она просто перемещается, когда тогда у нее иммунитет. А так это Гэндалдор этот и есть. Гэндалдор погиб, а Орда возликовала. Разумеется, что даже обещанный демонами маг был совсем не ровня абсолютному злу. Тем не менее, слова Гэндалдора имели важное значение, ведь он и вправду был убежден, что служит единому истинному злу. Очевидно, существовала конкуренция. Опа, кто там приперся? А, они все сваливают. Толпами улепетывали от победоносной Орды через новые порталы, неожиданно возникшие из ниоткуда. Куда они направлялись? Узнаем со временем. По крайней мере, их хозяин уничтожен. Какое же это зло, посмотрите, у них всякие, на решеточках всякие сердечки, какое это зло, это не зло, это, конечно, оно не истинное зло, истинное зло это мы. Вы знаете, ребят, тут вот как-то в Старкрафте было попривычнее мне, знаете, там танки, я знал, что они разворачиваются, еще из первой части, как бы, да, я уже знал вот эти все стратегии, которые можно было применять, например, и хитро использовал. Здесь же как-то непривычно все это. Они, знаете, такие все вроде как бы комедийно-мультипликационные. И вот поэтому, может быть, восприятие какое-то совсем по-другому. А так-то, смотрите, у них разные функции-то какие есть.
Я вот не сразу это понял-то, а нам потом подсказали, и стало понятно, как надо себя вести. Теперь можно смело, например, брать троих таких с собой, да, поставил на заднем плане, развернул их, у них урон пипец какой лютый, и вперед пустил небольшое своего войско, и просто раздамаживаешь. Наги хилят, эти закидывают, орки воюют, держат на себе весь урон, прекрасно себя чувствуешь. Но можно еще вот этих, кстати, роботов тоже двух ставишь роботов. Например, 4 орка, 2 робота, 2 наги и 2 вот этих вот брасуна, и вообще нормально. Ну что, мы справились? Мы прошли наконец-то. Тем, что не может управлять мятежными демонами. Так, потом. Главное меню. Мы справились, наконец-то мы, да, мы закончили эту миссию. Она у нас вышла аж в 3 серии, но это прикольно. Мне кажется, что вот-вот скоро мы уже подберемся к какому-то определенному моменту, когда, возможно, нам дадут выбрать. Как, знаете, это было в Варкрафте, например, в третьем, когда ты играл за одну компанию, потом ты ее заканчивал, например, играл за людей в начале, именно про Артас, эту историю смотрел, потом ты идешь за... нечисти, за Калтузеда, когда Калтузед предлагает не предлагает Артасу, когда Артас начинает служить Калтузеду. Уже вторая история, как бы, да. И ты уже играешь за нежить, а потом ты начинаешь играть еще и за Орду, а потом за темных эльфов, как бы, и так далее и тому подобное. То есть интересная возможность разные войска посмотреть и при этом интересную историю поглядеть. Я думаю, что здесь вполне возможно будет, наверное, что-то в этом же духе. Я на это очень сильно рассчитываю, потому что демоны, вы видите, да, у них строительства какие. Они приблизительно-то, они так же расстраиваются, как и мы, например, играя за Орду. Так что я думаю, должно быть как-то любопытненько. Если вам понравилось, не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться, естественно же, и вступать в группу ВКонтакте тоже не забывайте. А с вами был Станислав, всем спасибо за внимание и до новых встреч, друзья. Всем пока.